вот так вот, да. Мы направим в разные регионы ВХС, и мы будем демонстрировать этот фильм во всех регионах страны через наши партийные организации. Если нам не удастся договориться ни с каким каналом, показать полную версию этого фильма. Я не боюсь. Если бы президент действительно был заинтересован в восстановлении истины, то первый шаг с его стороны, с моей точки зрения, должен был бы заключаться в том, чтобы он отправил в отставку руководство ФСБ. Нет, Павел, вопрос такой. Мне поставлены условия. Что показывать можно только целиком. А это просмотр. Поэтому можете смотреть.